А в Кировской области временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Васильев провел сегодня первое рабочее совещание. В соответствии с законом он отправил в отставку региональное правительство. Поэтому все областные чиновники теперь тоже работают с приставкой ИО. Игорь Васильев заявил, власть должна действовать в интересах людей, решая в первую очередь социальные проблемы. Напомню, прежний кировский губернатор Никита Белых обвиняется в получении крупной взятки и лишился должности в связи с утратой доверия президента. Одна из задач нового губернатора – вернуть уважение жителей области к местной власти. Я считаю, что в области есть все возможности для устойчивого и успешного развития и движения вперед. Это экономическая, социальная база, образовательная база, наличие почти 24 высших учебных заведений. И, собственно говоря, это говорит о том, что в области живут грамотные, талантливые, инициативные, позитивные люди, которые достойны хорошей жизни.